5394 заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в России. Всего на сегодняшний день зафиксировано 856264 случая заражения. За весь период 13207 летальных исходов. Выздоровело 629655 человек. 70 заболевших выявлено за сутки в Пермском крае. Общее количество случаев заболевания составляет 6808 человек. Из них уже выздоровели 4372. Скончались от коронавируса 166 заболевших. По данным сайта администрации губернатора Прикамья, в Кунгуре-Кунгурском районе 79 заболевших. Данные по выздоровевшим и скончавшимся отсутствуют.